Привет всем зрителям и подписчикам моего канала. В этом видео я покажу, какие 2 гривны монеты могут стоить больше 3000 гривен и была продажа недавно на аукционе. Если интересно, продолжайте смотреть. Еще хочу сказать, что, ребята, подписывайтесь на мой инстаграм, ссылочка будет в описании. Также есть группа в телеграм, в которой можно бесплатно оценить свою монету, пообщаться с коллегами-нумизматами. Присоединяйтесь, ссылка будет в описании, набираем туда активных людей. Если вам тема интересна, присоединяйтесь к беседе, буду очень рад. Перед вашими глазами вы видите банкноты 2 гривны и как они менялись с дизайна 92 года. На самом деле мне дизайн очень нравится, тот, который был. У него свой особый шарм, необычный. Конечно, степеней защиты у этих банкнот не так и много, но какое-то свое настроение эти банкноты несут. И честно скажу, мне вот этот дизайн ближе всего, как говорится, ближе всего. И потихоньку, постепенно у нас добавлялись, конечно, степени защиты на разных банкнотах, менялся дизайн, менялись подписи глав Национального банка, и монета, и банкнота каким-то образом трансформировалась. Вот здесь вы можете увидеть разок, оригинальную, с, видите, каким номером. Довольно интересно, некоторые люди коллекционируют полностью, да, от 1 гривны до 500 и уже теперь до 1000, с такими вот надписями, вот такие деньги с конкретными даже номерами. Вот. И сейчас, также сейчас вот такой вот у нас был дизайн, из таких недавних вы могли вспомнить. И подписи, единственные подписи глав Национального банка у нас менялись. Это вот монет, это вот банкноты 2018 года. Ну что ж, давайте перейдем к тому, за сколько же ушла 2 гривны 2019 года и почему у нее такая цена. Браки могут быть как на обычных банкнотах, там разные форматы браков, может быть, отдельное видео сниму, если тема интересна, я расскажу, так и браки могут быть на монетах, которые чеканятся, это могут быть не прочеканы, это могут быть повороты. Если тема браков, кстати, вам интересна, напишите мне в комментариях, если будет много комментариев, я сделаю отдельный выпуск конкретно по бракам, например, монет. И вот недавно была продана монета 2 гривны 2019 года, в которой аверс и реверс были повернуты на 180 градусов. Как вы видите, в данном случае монетка без брака. И также у нас существуют юбилейные монеты, кто не знал, есть юбилейные монеты Украины, которые можно приобретать в онлайн-заказе, либо на слетах коллекционеров и где-то, ну, в других местах, в нумизматических магазинах и так далее. Так вот, видите, как у нас расположен рисунок. Задняя печать, мы видим все абсолютно стандартно, вот таким вот образом. Но в той монете, которую сейчас я вам показываю на вашем экране, брак, это монета Иван Труш 2 гривны, у которой аверс и реверс повернуты на 180 градусов. Именно поэтому эта монета цена и не такая, как обычные монеты 2 гривны, за счет вот такого брака. Почему такой брак мог произойти? Конечно, скорее всего, какая-то это могла быть халатность, в которой просто-напросто монетку не заметили, и она попала в оборот. Возможно, это был какой-то заказ, или вот так вот монету конкретно сделали, вынесли, и потом, соответственно, каким-то образом продали или пустили в оборот. Но мне почему-то кажется, что это просто не заметили, такие браки случаются, и вполне вероятно, что если вы пересмотрите свою коллекцию юбилейных монет Украины, вы найдете какие-то разные браки, повороты, например, как в данном случае. Но это довольно редко, потому что есть определенная служба в Национальном банке, которая следит за тем, чтобы таких браков просто-напросто не было. Я хотел сказать, что у меня скоро будет новый ролик про 2 гривны, гляньте, какие покрыты 999 пробой золота. Я их разыграю, именно эту монетку, так что следите, подпишитесь, пожалуйста. Также подходит к концу конкурс, в котором я разыгрываю монеты 10 гривен. Вот такие замечательные монеты. На канале уже 30 тысяч подписчиков. Так что совсем скоро мы сделаем прямую трансляцию. Она будет проходить в Инстаграм, а итоги видео я обязательно выложу на основном канале. Так что следите за информацией во вкладке «Сообщество». Там появится информация, когда у нас будет прямой розыгрыш. Возможно, что-то в прямом эфире также разыграем. Это будет проходить в Инстаграм. Обязательно подпишитесь на мой Инстаграм, ссылочка будет в описании. Ну что ж,
Вот такие подарки и, конечно, подарки от спонсора видео – это Виолити. Если понравился этот ролик и вам нравятся эти банкноты, напишите, какая из них вам нравится больше всего, какой дизайн, возможно, такой или такой, юбилейный или в золоте. Напишите, пожалуйста, мне в комментариях. И спасибо за просмотр, ставьте ваши лайки, чтобы я понимал, что вам нравится такой формат видео. И пишите идеи, что вам хотелось бы еще увидеть. До новых встреч, друзья. Всем пока!